компания почему-то не уточняет про совместимость, поэтому я думаю, что все-таки это работает в случае звонка между двумя смартфонами вверх. Ну же, во-вторых, пользователь еще может удаленно блокировать или удалять данные на смартфоне, что я считаю тоже полезно. Ну а просят за вот этот вот Astra T от 5300 до 17000. Нет, ну, не фунтов, а обычных долларов. Так что в мире этого, конечно, это качество. Средничок. Ну а что?